уехали. Щенка кормили молоком, чтоб он здоровым рос. Вставали ночью и тайком к нему бежали босиком, и ему пощупать нос. Учили мальчика щенка, возили с ним в саду, и он расстроенно слегка шагал на поводу. Он на чужих ворчать привык, совсем как взрослый пес. И вдруг приехал грузовик и всех ребят увез. Он ждал, когда начнут игру, когда зажгут костер. Привык он к яркому костру, к тому, что рано поутру труба зовет на сбор. И лаял он до хрипоты на темные кусты. Он был один в саду пустом, он на террасе лег. Он целый день лежал пластом, он не хотел махать хвостом, он даже есть не мог. Ребята вспомнили о нем, вернулись полпути. Они войти хотели в дом, но он не дал войти. Он им навстречу на крыльцо, он всех подряд лизал в лицо, его ласкали малыши, и лаял он от всей души.